О, господа и дамы, помните тот видос, где я тратил 10 тысяч донат рублей? Так вот, сегодня мы потратим гораздо больше, а конкретно в 5, мать его, раз. 50 тысяч донат рублей на одном аккаунте. Считаю это лютым большим количеством доната. И куда столько можно только потратить, я вообще в душе не чаю. Ну, в принципе, сегодня и узнаю. Также держите победителя на конкурс прошлого видоса. Обязательно, братанчик, отпиши мне во ВКонтакте со всеми доказательствами, чтобы забрать только свой приз. Но если ты тоже хочешь получить 1 лям на халяву на 13 сервере, то просто поставь лайк, подпишись на канал и напиши комментарий со словом «участвую». И главное условие — это ввести мой промокод «Бутак» абсолютно на любом сервере матрехи. Между прочим, который дает тебе неплохие такие бонусы. Это автомобиль Mercedes-Benz 63 МГ Купе, автомобиль Lamborghini Huracan, 50 тысяч игровой валюты, подписку «Матрешка Плюс» на 7 дней и 4 XP для прокачки твоего уровня. Так что если хочешь победить в конкурсе, то выполняй все условия. Заодно и залутаешь красивые призы. Ну, теперь приятного просмотра. Так, ну что же, пацаны, я уже на аккаунте. Сейчас заходим в донат-магазин и видим, что правильно, 50 тысяч донат-коинов у нас на счету. Алло, это что такое вообще? Это просто космос, пацаны, я не знаю, это 25 тысяч рублей, если донатить в X2. А если донатить в любой день, ну, как бы так же выходит 50 тысяч рублей. Блин, мне бы эти деньги на открытие сервера, я бы сразу бы такой бы бизак словил. Но, к сожалению, я вонючий бомжара, поэтому позволить себе такую, это, роскошь не могу. Ладно уж, заходим в магазин, и первым же делом видим эксклюзивный скин Tokyo Shadow. Токийская тень, блять, покупаем. Я не знаю, что это за скин, откуда он вообще взялся, если что, просветите мне в комментариях. Но сразу же моментально покупаем, вы просто посмотрите, блять. Это что за пушка вообще? Давайте пропишем, пожалуй, хедмув, чтобы у нас голова не крутилась, я полностью смог лицезреть это лицо. Вы просто, блять, посмотрите, что это такое. Бля, скин охуенный просто, я его себе хочу, народ. Это, я не знаю, 5000 рублей из-за ебок тебе выпало. Ладно, похуй. Заходим дальше. Что у нас здесь есть? Рулетки. Ну, рулетки чуть попозже. Покупаем матрешка плюс, все нахуй. Подписочка есть. 30 дней, зашибись. По услугам я не знаю. Ну, что, можем вкачать, пожалуй, это уровень, что ли? Сейчас у меня на этом аккаунте первый уровень, даже ни одного опыта нету вообще. Поэтому, естественным делом мы просто берем и вкачиваем наш уровень. Ну, пожалуй, до 30-го можно и вкачать, я думаю. Все, минус 240 доната. У нас было, если что, 44500. Сейчас как раз таки посмотрим, сколько у нас доната уйдет, чтобы прокачать 30 уровень. Но если доната будет сильно много уходить, то в пизду этот 30 уровень. Зачем он нам нужен вообще? Так, все, зашибись, плюс 4 уровень, нормально. Так, у меня уже 10 уровень, пацаны. Вот, только что вкачнул последний 10 уровень. И что это у нас получается? Это получается у нас что? По донату 38 тысяч осталось. Мне, пожалуй, все деньги я скидывать на этот ебаный уровень не буду, потому что нахуй мне вообще нужен. То есть я потратил 6500 и получу 10 уровень. Но это честно дохуя, если что. Считаю то, что этот скин стоит 5000 рублей. Вот это вот. И что мы можем еще поделать? Ну, боевой пропуск тоже купим по приколу. Купить премиум, зашибись, покупаем. Все. Только нахер он не нужен, вообще не понимаю. Зато забираем рюкзачок. Все, и теперь можно, кстати, еще купить опыт. 24 уровня за 9600. Блять, взять не взять, нахуй. Похуй, была не была. Игра стоит, надеюсь, свеч берем. Ого, ни хрена, сколько плюшек. Здесь максимальный уровень это 50-й. Получить. Хотя нахрена мне это говно. Получить. Вы получили 1 XP. Ну ебать. Получить. Хотя вот что подумал, верхнюю строчку нахуй забирать, потому что тут одно днище, говнище. Можно забрать только деньги, ну и вот номера. Ну и уровень. Остальное смысл забирать нет. Самое интересное, это в нижней части строчки. Что это такое вообще? А, это подписка матрешка плюс, я понял. Забираем мани, плюс 11 тысяч, неплохо. Также забрал какую-то тачку. Я не знаю, насколько она дается, либо навсегда, либо на время. Скорее всего, на время. Скин женщины, блять. Скин близняшек из Atomic Heart. Так что она тут только одна. Шлем, лапки. Ну, кстати, денег что-то мало дается, если честно. Так, ну на руках у меня 58 тысяч уже. В инвентаре у меня что? Ага, в инвентаре у меня хаос и говно на. Нихуя, что за номера-то выпали, блять. А, не, говна номера. Короче, номера полного понаселого. Зато вот скин. Atomic Heart. Использовать, да. Ебать, что за шучка, бля. Что за жопа нахуй? Не, ну скин скажу сразу, пиздатый. Лов просто нет. Так, вот мне выпали еще какие-то очки и рюкзачок. Использовать рюкзачок, да. Идеальный, блять. Ну, почти. Там за сиськами немножечко спрятался. Ну да ладно. Простите. Вот такая вот у нас мультиварка на спине. Сразу, если что, в поход, сразу можно приготовить им пожрать нормально. Что у нас есть еще? Ну, у нас есть еще вот такие вот очки тоже использовать, да. Шо по очкам. Не, ну очки в пизду уже куда-то улетели, если честно. Ебать, чтобы повернуть эти очки, это пиздец, что нужно сделать. Так, все, говно нахуй это. В пизду эти очки ебаные. Вернемся к пропуску. У нас вот уже есть 25 уровень. Дальше максимальный это 50-й. Чтобы до него дойти, это нужно мне опять вот купить за 9600. Ладно, еще покупаем. Все, нормально, the best. Но у меня не ровно 50, у меня только 49-й. Поэтому еще тратим 2400 и покупаем 5 уровней. Нахуя мне столько, я вообще не понимаю. Ну и привет, призы. Забираем скин, забираем рюкзачок. Atomic Heart. А, вот, кстати, вторая близняшка. Ну, вроде бы все, что нужно, я собрал. Все самое полезное. Но остался вот напоследок. Электрохаммер. Забираем. Ну и вот он. GMC Hammer Heavy. Так, ну данный хаммер где-то здесь. Похрен, нахуй он нам нужен. Главное, что мы знаем, что мы его купили. Заходим опять в донат. Блять, у нас остается 15 тысяч. И что еще поделать, я не знаю. Ну, блять, тачка у нас есть. Вот он, кейс с яхтами. Крутим первый. Я вас понял. Все по одному же сценарию, да, походу. Крутим второй. Опять говнище. Третий кейс пошел. Очки за лупстера. Четвертый. Пятый. Короче, не,
ну в жопу данное говно. Честно, ни хрена там не окупает. Ну ладно, давайте вот новые автоки сбахнем. Может, здесь что-нибудь окупное выпадет. Кстати, нормально, бэха, бля. Крутанем последний кейсик. И нам выпадает ебаная супра. Блять, говнище такое, что помойте мне рот, пацаны. Так, ну М2 стоит 2500 рублей. Ну, в принципе, нормально, кейс окупила. Но я не знаю, сколько оно будет сливаться в гос. Но у нас, кстати, уже почти 11 уровень. Что по инвентарю у нас по итогу? Инвентарь у нас вот такой вот. Это скин за 5000, рюкзачок, очечки, скин первой близняшки, рюкзачок, Василий, еще один Василий, или как там их. Скин второй близняшки, ебаные дешманские аксессуары, ну и шлем. Шлем киберпанка, нахуй. Не, ну честно, это вообще какой-то пиздец. Пацаны, мозговой штурм. Сука, хочу тихнуть, но не могу. Ну че, народ, в принципе, на этом все. Хотя это еще не все. У меня есть еще 10 тысяч. В принципе, мы их можем просто перевести в виртуальную валюту. Все, переводим и заебись. Теперь у меня на балансе 10 миллионов. Ебать, я мажор, нахуй. Вот на этом точно уже все, пацаны. Не забывайте про лайк, про подписку, колокольчик. Всех обнял, поцеловал. Не скучайте и до нового видоса.